Костер готовит зомби средней прожарки. О, мы что, будем кушать зомби? Друзья, всем привет! Вы на канале Funny Family Games TV, и мы сегодня с вами поиграем прикольную выживалку зомби. Игра называется Zombie Forest. Есть у нас два режима: одиночное дерево, одиночный дом, и еще есть онлайн. Ну давайте выберем более обновленный режим — одиночный дом. Смотрите, уже третий день, у меня сверху написано. Я уже первые два дня поиграл, они были как бы обучающие. А здесь мы должны с вами попытаться выжить. На нас будет нападать скоро зомби. Вот два чувака у меня в доме. И они будут против них отстреливаться. Вот, кстати, уже идут зомбаки. О май гуднес! Ну что, повеселимся, ребята? Блин, тут их что-то столько много. В первом туре их было всего лишь там 2-3. Давайте, ребята, палите уже. Ага, есть, одного рубанули. Так. Блин, они реально на подходе. А чё так долго-то? Блин, мы, по-моему, не справимся, напарник. Быстрей! Чё-то как-то... Стоп. Короче, я еще немного понял. Смотрите, у меня сверху много что есть. Вода, дерево там, камни, уголь, аптечка. Это мне все нужно, чтобы выжить, чтобы дальше расширяться, строиться. А как же мне прокачать мое оружие? Оружие что-то пока у меня недоступно. А давайте мы вот этот шотгун такой, знаете, ружбаечку такую. Капкан я могу построить. Давайте капканов, сколько? 3 штуки, наверное, возьмем. А это что такое? Инструменты. Позволяет создавать пули. Ладно, ребята, что, давайте переходим в третий день, а точнее в четвертый, и пытаемся здесь выжить. У нас по-прежнему двое, но у нас сейчас более обновленное крутое оружие. Давайте я его скоро сделаю больше. Я могу издалека стрелять? Да блин, почему нет? Капец их сколько! Let's go! Пуляем! Ну чё стоим-то? Я что-то не понял. Ребята, вы что такие медлительные? Капец, вас же сейчас сожрут просто. Фу, кое-как просто справились. Ребята, ну что, переходим в пятый день. И прут зомбаки, кстати, на меня. Что-то, мне кажется, мне сложно здесь будет выживать. Фу, я прям боюсь. Ладно, продолжаем. Капец, ребята, ну как-то долго все это. Блин, нас сейчас сожрут точно. Тут зомбаков нереально много становится. Как мне выжить? Да все, меня сожрали. Друзья, ну что, мне пришлось начать заново, но я теперь буду действовать более осторожно и более внимательно. Итак, я сейчас нахожусь в крафтинге. Это такой магазинчик, где я могу немного обустроить свою базу. Вот, допустим, я могу построить какой-то генератор. Но с помощью генератора я могу теперь построить турель. Так называемое автоматическое оружие, которое будет стрелять по зомбакам. Вот моя пушечка, вон мой генератор и два чувака. А я показываю 4. Да нет, всего лишь 2. Погнали, день третий. Вот они идут. Ну и что? А моя пушечка будет стрелять? Так, ага, она их, смотрите, мочит. Они даже не могут к ней подойти. Хрясь, хрясь. Ура, и у меня люди спасены. Да это просто победа. Легко. Вот так вот, и мы переходим к четвертому дню. Погнали, давайте я ускоряю процесс. Блин. Да по красоте просто. Ах ты, патронов, патронов нужно, перезаряжать ее нужно. Блин, они мою баррикаду взломали. Пушку надо перезаряжать. О, мы купим колючую проволоку. Так, рядом с пушкой ее поставим. Костер, а для чего нам костер? Готовит зомби средней прожарки. О, мы что, будем кушать зомби? Так, и мне бы надо бы построить новую комнату, чтобы как-то расширяться. Вау, у торговца появились новые пушки. Вот теперь вот по рукам. У меня 2 пулемета стоит. Вау, очуметь, да я быстро за раз справлюсь. Но я для этого сначала построю вот эту комнату. Ладно, давайте одну пушку тогда прям в квартиру затащим. Вторая пускай на улице будет. Костер пускай горит где-то здесь. Опа, смотрите, как снайперка далеко стреляет. Ну все, теперь мы точно, я думаю, 100% справимся. Я оборудовался здесь по полной программе. Так, пятый день, друзья, давайте ускоряемся. Смотри, попал, опа, попал. Они вообще не могут пройти.
Да им хоть бы что просто. На изи, мне кажется, мы с ними справились. Вот так вот. Ух ты, у меня третий чувак. И у меня еще появилась карусель. Один билетик. Давайте посмотрим. Я никогда не выигрывал и не играл. Ну-ка, давайте крутанем эту штуку. Патронов или 50 литров бензина. Бензин нам тоже нужен, потому что с помощью него работает генератор. Так, а что там у торговца есть новое? Давай посмотрим. Вау, новая снайперка и мачете у него появился. Я построил себе третью комнату. Так, что еще мы можем с вами построить, ребятули? Давайте посмотрим. Так, улучшенный верстак позволяет ремонтировать и улучшать оружие. Ух ты, давайте купим улучшенный верстак. Вот он, кстати, и мы тут можем прокачивать наше оружие. Смотрите, починить. И давайте тогда отправляемся в шестой день. Погнали. А потом давайте попробуем отправиться в рейды. Это очень суперсложный такой челлендж, где мы будем сами нападать на зомби. Они будут нас ждать в одном... в каком-нибудь месте. Крутяк. Да вот так вам. Все, вы даже не можете подойти. Опа-на, перезаряжаемся. Все, все, завалили всех зомбарей. И день шестой тоже пройдет. Так, давайте каких-нибудь чуваков расставим наших. Ну, допустим, ладно, давай вот этого сюда. Снайпера давай. О, вот на крышу его поставим. Ну что, пойдемте в рейды, попробуем напасть на самих зомби. Вот он. Ого, здесь их мало, здесь всего лишь их трое. Да, давайте здесь нападем на них. Напасть. Все, завалили. Ребята мои идут. Смотрите. Завалили. Все, завалили. Все, больше никого тут нет. Прошли. Это легкая карта была. Че у нас тут? Вау, ничего себе. Капец, не знаю. Ну, блин. Ладно, давайте вот здесь нападем. Здесь их так, в принципе, довольно-таки много. Ну, давайте попробуем напасть. Есть. Так, хорошо справились. А вот здесь уже посложнее это будет. А, вон мои снайперы просто подходят и палят по ним. Все, они их уже завалят сейчас быстро. Крутяк! Быстро мы эту карту прошли. Дерево собрали, водицы, камней, железо, бензина. Все, нашли, все, зачистили. Вот тут что у нас? А, давай тут тоже нападем. Тут у нас легко. Погнали. Ускоряем процесс. Давай на 4. Смотри, как быстро. Зомбаки даже не подошли. Все, справились. Ну, блин, не знаю. Может попробовать на какую-нибудь такую напасть карту? Как вы думаете, справимся? Нет? Что-то я прям побаиваюсь. Окей, ребята, давайте я еще построю забор для напряжения. Давайте, мелкие вы, зелененькие. Что вы можете против такой-то силы? Блин, уже почти прям к пушке подошли. Да нет, просто все на изи. Муа. Ребята, короче, прикиньте, я купил мину, сейчас заложу на зомби. Посмотрим, как это будет. Кто-то из них наступит на мину, как это рванет все. Ничего себе. Блин, реально много становится-то, а? Ну пока пушки... И снайперы отлично справляются. Пока мы реально выживаем. Да, они даже не успевают до дома дойти. Отлично. Хорошую я выбрал сейчас стратегию. Все круто получается. У меня добавилась какая-то прикольная новая штуковина. Машина, потому что я купил машину. Сейчас мы испробуем, что это. Но перед этим я покручу барабан. Одну шестеренку хотя бы дайте. Уже хорошо. Блин, у меня сейчас в этот раз мины нету. Ну, ладно, я думаю, мы справимся. На четверочку поставил, смотрите, все как быстро происходит. Так, сейчас здесь надо будет перезаряжаться. А, нет, не надо, все. Ю-ху! Так, давайте поехали на машине. Тут у меня есть, выберите тип поездки. Схватка, либо выезд. Чем они отличаются, я не знаю. Ну, поехали в схватка. Расстановка отряда. Ага. Так, давай снайперов ставим поближе. А, я с другим чуваком буду драться, смотри, чё. А чё вы, ребята-то, стоите, я не понял. Чё происходит, камон, ребята. Давайте его уже завалим-то, а. Ага, есть. Чё происходит, как тут вообще надо, как бы это. Меня завалили, я не пойму, что, как тут драться надо. Зря я на этот отряд выехал, еще и потерял своих бойцов. Друзья, ну что, на этом, наверное, наш видосик заканчивается. Это была первая часть. Напишите, если вам будет интересно, я обязательно сниму вторую. Всем удачи, всем пока-пока и хорошего настроения! Ууу!